Глава округа Дмитрий Волошин провел прием жителей. Первый вопрос – работа коммунальщиков. Мария Лаврентьева, жительница микрорайона Клязьма-Старбеева, рассказывает, их управляющей компании далеко до отличных отметок. Подъезд убирают плохо, да и с ремонтом проблемы. Работы провели в прошлом году, но осталось много недоработок. Те подъезды, те люди, которые 100% платят, они, наверное, имеют право получать услугу достойную. Под СНИПом нормы и так далее. Дмитрий Волошин взял проблему на контроль и поручил проверить состояние подъезда. Напомнил, жители могут сменить нерадивую управляющую компанию. Во-первых, вы имеете право не переголосовать, это вы должны это знать. Второе, именно в этой части мы окунемся и разберем. Никакой грязи быть не должно, вы абсолютно правы. Никакой пыли и так далее, я с вами абсолютно во всем согласен. Поэтому я прошу туда отправить группу контроля. Актуальные проблемы уборки снега. Юрий Яновский живет в многоквартирнике на Куркинском шоссе. Говорит, чистка межквартальных и дворовых улиц оставляет желать лучшего. Причем не только в Новых Химках. По роду своей службы, дежурного дедушки и завхоза дома, я перемещаюсь достаточно активно по городу. И вот я написал только то, где я хожу в день 10 раз. Глава округа дал поручение проверить состояние всех дорог и дворов в Химках. За уборкой проследят. Задать свой вопрос главе города можете и вы. Запись на прием ведут на официальном сайте администрации и по телефону 8 495 572 73 38.